Последние 7 лет Юлия Барановская одна воспитывает троих детей: 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 6-летнего Арсения. К слову, она успешно справляется с материнскими заботами, а также строит карьеру телеведущей. Не первый год бывшая жена Андрея Аршавина ведет передачу «Мужское, женское» на Первом канале. Вместе с коллегами и гостями в студии она обсуждает острые вопросы. В канун 8 марта выпуск передачи был посвящен мамам, а также для зрителей был приготовлен сюрприз. Несколько мальчиков из детского коллектива «Непоседы» выступили с трогательной песней. Среди них был и старший сын Барановской. Он в белоснежном костюме спел композицию «Мама, без ума тебя люблю». Дети держали в руках тюльпаны, которые потом подарили женщинам в студии. Слезы сдержать было невозможно, призналась в соцсети Юлия. Она опубликовала видео с отрывком выступления коллектива. Многие поклонники телеведущей не знали, что ее сын умеет петь. Они пришли в восторг от его вокальных данных. «Я заплакала. Какая вы умничка!» «Юля очень рада за вас, тронута до слез, счастливая мама, счастливые дети, голос ангельский, без слез смотреть нельзя», — отозвались пользователи соцсети. Они уверены, что Артема ждет большое будущее, если он захочет стать артистом. Напомним, что после развода Барановская так и не смогла найти счастье в личной жизни. Она всю любовь и заботу посвящает своим детям. А вот Аршавин сейчас переживает бракоразводный процесс с новой избранницей Алисой Казьминой. Долгие годы он не видел своих старших наследников, но теперь, когда вернулся в Москву, он снова стал с ними видеться. Ходили слухи, что Юлия воссоединилась с Андреем, но сама телеведущая их опровергла. При этом она не скрывает, что рада тому, что футболист возобновил общение с детьми.